Я хочу рассказать о своем папе, Гармаеве Николае Шараповиче. Я всегда спрашивала: расскажи что-то о войне. Отец не любил говорить. Он говорил: это так страшно, деточка, рассказывать о том, как солдат убивает других солдат. Отец был водителем, возил командира разведки. И у того расстреляли всю семью на Украине. Командир, видимо, так страдал, он заходил в дома немецких жителей и расстреливал часы. Конечно, немцы не рассчитали на то, что мой папа, простой парень, бурят, мечтал построить свою жизнь и вынужден был пойти на войну. И не менее грустная история у моего дяди, это папин брат. Он пошел добровольцем, прошел курсы летчиков, но был ранен, вернулся с войны и в 1947 году уже умер от ран. Я, конечно, благодарю папа, благодарю дядю Искра, что вот мы имеем возможность сегодня радоваться жизни.